Если человек бухгалтер, он придет на работу, он отработает 8 часов, приходит домой, он становится семьянином или просто обычным гражданином, как и любой другой человек. А священник, он все время остается священником. Дома, в храме, на людях один, он всегда священник. Так что я бы сказал, что это, наверное, не работает все-таки. Это жизнь человека.